Следующая песня, она такая, была написана, вернее, как написано неправильно, я говорю, что песни не пишу, сочиняю. А когда я переучивался с Як-40 на Ан-24, она такая коротенькая, шуточная, как-то так удивительно, что вот в интернете я смотрю, вот другие песни мои, ну, люди лайки выкладывают, там, которые там 2, у кого-то там 8, 10, у этой 58. Для меня просто удивительно, потому что песня «Шуточная», самолет Ан-24. На самом деле, один из моих любимых самолетов. В принципе, я говорю, что они все любимые. Ну, это вот было написано на переучении в Кировограде. Я не знал, что так привык к машине этой фирмы я. А на горбатом корабле мне все не то, и все не так. Не там буфет, не тот штурвал, и непонятно на черта. Я 3 турбины поменял на 2 винта, на 2 винта. Пусть возит больше человек, и пусть горючки меньше жрет, но не поднимется вовек на 7500 и 800, конечно, в чем-то он хорош, и все ж не тот разбег, размах. Да и куда же ты попрешь на 2 винтах, на